Областное первенство на пешеходных дистанциях на искусственном рельефе состоялось в эти выходные в Иванове. 12 команд из Шуи, Фурманова, Вичуги и Кинешмы приехали, чтобы соревноваться в силе и ловкости. Участникам турнира были предложены 5 дистанций протяженностью 35 метров, спуски и подъемы, навесная переправа. Вид спорта очень сложный, потому что опасный, много травм бывает. Ну и в это и привлекло, то есть не каждый им может заниматься. Надо как-то себя подготовить. Ну, интересно. Очень много знакомых появляется в связи с тем, что начал заниматься этим видом спорта. При разработке трасс были выбраны сложные для прохождения участки, которые имитируют горную местность. Главное в таких состязаниях не скорость, а безопасность. Везде ребята идут самостраховкой, то есть обеспечивают сами себе самостраховку, поскольку здесь личное прохождение, индивидуальное прохождение дистанции. Самое главное в этих соревнованиях – это именно безопасно пройти всю дистанцию. Ну, а выигрывает тот, кто быстрее все это сделает. В турнире приняли участие около сотни человек со всей области. Несмотря на то, что скалодром есть далеко не во всех городах региона, ребята тренируются и даже занимают призовые места на соревнованиях. У нас нету в Кинешме вообще скалодрома. Мы готовились просто там, вязали узлы, например, или просто бегали. Тоже просто наводили переправу, но без скалодрома. И один раз ездили вот сюда. В будущем многие из этих ребят планируют связать свою профессиональную деятельность со скалолазанием. Например, мальчишки мечтают стать промышленными альпинистами, а девочки хотят применить эти навыки, чтобы спасать людей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.